De grootste stad in Noord-Siberië is op palen gebouwd. Jakutsk ligt in een moeras, maar dat is bevroren, tot 400 meter diep. In de zomer ontdooit er even een bovenlaagje. Daardoor verzakken de houten huizen in de oude stad. Ze gaan maar een paar tientallen jaren mee. Daar hebben de Russen iets op gevonden. Bouwvakkers heien betonpalen tot diep in de stabiele grond, waar het nooit dooit. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Метр. Забитая она, 12 метров. 2 метра? 12 метров. Балок, 12 метров. Да. 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 Да, да. Вот. Потом ростер, вот. И да. Потом плита, и вот колонна. Иван is een ploegbaas. Hij neemt ons mee in de open catacomben van de paalbuilding. Нет, вот, не слушай, да? По метру. Ага. Да, вот. А где не существуется? По 6 метров. Нет, все, выйдем вот так. Выйдем вот так. Ночью там сторожа же стоят. Ну, Россия-то умом не понять. Вот, бригада моя. Вот растворка. Вот растворка. Теплая. Теплая, вот. Теплая. Теплая. Зимние кладки мы вот так зимой, летом заливаем, а кладки зимой делаем. Нет, зимой надо нам. В России-то 4 дня лето, 12 дней зима. Нам же работать надо. Нет, это не минус 30. Ну, это нам, для нас это тепло. Тепло? Да. И холодно. И холодно. Все. А, да. Логично, все. Тепло. Да? Тепло? Когда? Вот. Жарко, он мокрый все. Когда работаешь, не замерзаешь. Да? Россия. Россия. In België stoppen bouwvakkers met werken rond min 5 graden Celsius. De minimumtemperatuur in Rusland ligt een stuk lager. 55. Ну, это краны, вот это, да, механизм их запрещает. Потому что кран до минус 55 работает. Там женщина работает на кране. Женщины? Все в городе основном женщина работает на кране. Дай вагон из капот. Нет. А растворка, когда вот закачивается, да, там у нее на дне замерзает. Ее отбиваем. Растворка. Крафтый гайчик. Якут, красивый, каждый день красиво становится, якут. Да? Мы стараемся этому, сделать якут, наш родной дом, ну, город, да, красивее делать. In België liggen alle kabels onder de grond. Ну это мы же это все, у нас электропередача все под низ не идет, потому что вечная мерзлота, когда замерзает, да, он кабель может порвать, и где-то все у нас эти сверху идут. Бельги, пьет, сесть. Холодно, да? А мы 5 градусов было, вообще вот так ходили. Чай. Чай. Тепло. Russische bouwvakkers werken 6 dagen per week, van zondag tot vrijdag. Het is schafttijd. Dat betekent veel en warm eten. Но в советское время везде столовые были по городу, и в обед все рабочие ходили нормально, обедали. Талоны давали. Лена, сегодня домой ты не дойдешь, наверное. ФСБ тебя закроет. Нынешний строй ругает. Да, не говори. Men vindt bijna geen mensen meer om in de bouw te werken bij ons. Нас вызывайте. Zou je in België willen werken? Ну, заработать, поехать. Я туристом поехал. Отдыхать. U zou 4 keer meer kunnen verdienen in België, minstens. Вы же могли бы в Бельгии зарабатывать 4 раза больше, чем здесь. Родина! Мы родине не продаем! Не
закусит. Ну, вы хочу не откусить. Мы с мужем тоже, он тоже строитель. Вот едем, да, и детям рассказываем. Вот этот дом я строил, муж у меня говорит детям. А я говорю, а этот дом я построила. И вот весь город вот так можно. Люблю стройка. Да. И люблю стройка. Да, да. И почему? Ну, как объяснить? Это одним словом не объяснишь. Надо съездить рыбачить, надо пить, тогда все поймешь. Да? Да. Тогда я тебе бы все объяснил бы. Один вот не объясню, не могу объяснять. De schafttijd zit erop. Lena begint aan het zwaarste deel van haar job. De klim naar boven.